Молодой человек рассказывает, как накануне вместе с друзьями они похитили теленка. Просто мясо хотели. Зашли во двор, взяли, уехали. Как оказалось, у 20-летнего юноши скоро будет свадьба. Вот он и решил хорошенько отметить знаковое событие. Только вот денег у начинающего семьянина совсем не было. Но от идеи шикарного мальчишника ребята решили не отказываться. Скинулись на спиртное, а вот на мясо не хватило. Был установлен автомобиль ВАЗ-2106. Под управлением молодого человека. А в салоне также находились еще два молодых человека. Проверили документы, все было нормально. А когда, значит, пассажиры и водитель сели в автомобиль, то есть начали трогаться, из багажника автомобиля раздался звук, как бы, рогатого скота. Спасенный теленок будет отправлен домой в Беляевку, а хулиганы, похитившие животные, за проступок обязательно ответят. За похищение крупного рогатого скота предусмотрен максимальный срок 5 лет.